Всем привет! Привет, YouTube, которая на территории России активно замедляется и блокируется. Но, тем не менее, будем продолжать свои какие-то видеоролики на тему бокса и не только. То есть главный бой недели, сегодня поговорим о боксе, главный бой недели, который предстоит нам увидеть, который пройдет в Лос-Анджелесе, в Америке, это бой Сергея Богачука и Вирджина Ортиса, вот, которая выступает под флагом Golden Boy, и уже Оскар де ла Хойя, уже забегая вперед, не дает никаких шансов украинскому боксеру против своего. Вот, но как бы зная давно и наблюдая за Оскаром, это и понятно, что, конечно, каждый тренер, каждый промоутер топит всей душой за своего боксера, которого продвигает и на котором зарабатывает бабло, баблишко. Вот, но этот бой меня немножко мало интересует. То есть гораздо мне было бы интереснее посмотреть Вирджила Ортиса против таких боксеров, как Тим Дзю или Фундора. С Богачуком как-то я мало знаком. Вот. А бой, который мне действительно будет интересно посмотреть, он состоится ближе к середине сентября, 14 сентября. Это бой всемирно известного мексиканца Сауля Канело Альвареса и Эдгара Бернанга. Вот. Пуэрториканца. То есть будет противостояние Мексики и Пуэрто-Рико. Посмотрел пресс-конференцию, где сидит молодой Эдгар, которого максимально как-то распирает его быдловатость, высказывает много критики, пугает Сауля, да, то, что он его рубанет. И что никогда Сауль Канело не сталкивался с такими противниками, как он. То есть ведет себя в роли такого гопника, которого очень бычит. Такого укуренного гопника. Вот. Но Сауль спокойно довольно-таки, со спокойными эмоциями заявляет Эдгару, что чувак, 14 сентября мы все увидим. То есть тебя разберут как велосипед на запчасти, скорее всего нокаутируют, потому что Сауля он немножко уже выбесил. И на это будет интересно посмотреть, как немножко, ну вот на это уже противостояние, потому что Эдгар уже активно стал продавать бой, да, свои как бы нецензурная лексика в сторону мексиканца Альвареса. Вот. Это, я думаю, Сауля заденет. И он постарается этому мальчику устроить публичную порку, которая, скорее всего, досрочная победа, наверное. Скорее всего, наверное, будет досрочная победа. Вот. Мне кажется, бой не дойдет до решения судей. Потому что, насколько я видел этого Бернанга, да, мне показалось, он какой-то медленный и скучный в бою. Поэтому как-то вообще не даю ему шанса. Единственный козырь – это его молодость, вот, против колоссального опыта с Саулем. Так что буду смотреть этот бой 14 сентября, болеть за мексиканца,
Всем спасибо за просмотр. Если это видео понравилось, жмите на колокольчик. Оставляйте, если хотите, свои комментарии. Что вы думаете, кто победит в этом противостоянии? Мексиканец или пуэрториканец? Интересен ли вам этот бой? Жмите на колокольчики, делитесь с друзьями. Всем добра, хорошего дня. Смотрите бокс, тушу камеру.